34 очка. Удар поворотом. Хороший, плотный, мощный, сочный удар. Метров с 20. Не знаю, коснулся ли мяча Пачеко. И его на угловой. Посмотрим. Лассон ассистирует партнеру. И вновь, вот уже во второй раз подряд, играет, высоко встречает соперника, накрывает Оскар Мартин. Вновь он с мячом. И вот такой эпизод. Может быть, и гол будет. Удар поворотом. Спасает свою команду Фернандо Пачеко. Мог забить в очередной раз. И уже в шестой раз в чемпионате Серхио Гвардиола. Расстреливал он Пачеко, но не пробил голкипера. Тот сыграл вынос. Неудачно. Ой, как неудачно. Сейчас мяч выносился из штрафной. И теперь уже во всей красе предстает перед нами Столи Димитриевский. Смотрите, в концовке матча Лум скидывает мяч и бьет Оселу. И как летит за этим мячом. Удар развивается правым флангом. Мендес. Навес. И удар с лета, с хода. Отличный момент. И опять мы аплодируем Столи Димитриевски. Качественная подача. И удар с лета, удар с хода. С левой ноги вновь заряжает Хоселу. Но пока никак ему не удается пробить голкипера мадридской команды. Хоселу бьет. И заставляет впервые в этом матче ошибиться. И как мне видится, очень серьезно. Я бы даже сказал, грубо, совершенно неожиданно. Хотя, возможно, и было нарушение правил. И Хоселу получает мяч. Подрабатывает, бьет. Не знаю, может быть, солнце ослепило вратаря Райо Валекано. Добирался он до этого мяча. От его ладони. Такое столкновение. Нарушение. Это Балео влетел в соперника. Дисквалификация. Очередная желтая карточка. Вот за это столкновение с Дуарте. Хотя там Дуарте сам нарывался, сам провоцировал. Или все-таки Райо уйдет от поражения. Так, а у нас тут и в красную превращается карточка. Ну, пора бы уже давать финальный свисток. Судья нас услышал, услышал и вашего комментатора, друзья. Главное, услышал трибуны. Все, матч 32-го тура, очень важный для соперников, особенно для Алавеса, завершен. Алавес побеждает Райо Валекано с минимальным счетом 1-0.